Здравствуйте, дамы и господа, мы 24-й ролик и третий по счету из года 2018-го у BTS, называется Airplane Part 2 Japanese Version, но он указан в японская версия, он указан в официальной видеографии, поэтому мы его добавляем в список. Не забывайте, что если я что-то вдруг пропущу по хронологии, мы потом можем это добавить, но после окончания марафона, потому что я с ума сойду, если буду искать, куда это вклеить. Все ссылки на экране, подписывайтесь, милости прошу, ставьте лайки, пишите комментарии, помогите мне, YouTube и себе видеть еще больше роликов на этом канале. А мы с вами начинаем! А я смотрю, что-то такое, знаете, похоже на какой-то бар в Южной Америке. И подъехала латинская такая вот мелодия. У нас очень близкая бочка с ярким щелчком и клэпы прямо вот в лицо. А голоса, кстати, чуть-чуть поодаль находятся. Интересно. Жирный, гудящий 808 бас, который явно немножко одеяльце на себя подтягивает, говоря, что, ну, ребята, может, уступите мне низкочастотную часть спектра. Я многого, что ли, прошу, всего лишь половину. Вот, но они там с бочкой, возможно, могли бы и сражаться, но вроде бы все хорошо. И мне еще, кстати, нравится цветофильтр, который использован. Может быть, это уже на посте, может быть, снимали сразу на специальные линзы, но очень хорошо передает, знаете, вот эту вот жару, когда вот прям аж пыль в воздухе такая легкая витает, все такое немножко припыленное, да. Очень так мягко поют, много дыхания в припеве. Такой ненапряжно, знаете, ну, на улице жара, сейчас у всех сиеста, зачем сильно шуметь, правда? Я так тоже думаю. Интересно, что у нас кроме пианино появился еще такой орган легенький, и там вроде еще акустичка гитары, есть такая очень яркая, звенящая, ядовитая, но так по чуть-чуть добавляется, порционно. Вообще у нас много разных инструментов, которые не дублируются слева и справа, за счет этого опять же получается широко, дорого, богато. Пробивается еще различная перкуссия, вроде бы там какие-то были металлические а-ля колокольчики такие, длинные, я не помню, как они называются. Но не ярко звучащие, а такие вот именно глубоко звучащие колокола, но без сильного низа. В общем, трудно вспомнить название инструмента, уж все инструменты музыкальные я точно не видел еще в своей жизни и не помню наизусть, но здорово вообще. И мне нравится вот эта декорация, опять же, ну, Латинская Америка и, возможно, Испания. Возможно, Испания, кстати, Латинская Америка и Испания, у них есть некоторые сходства, как минимум испанский язык. I don't know.
행과 뒤로 내 갱하이 메디아카라는 언캐 왁서치는 호대밤 하하하하 셀레브라스 위나 다이어트 널 우리 탑스 원하는 무커 원투나이 Don't they make you sick or sick Говорят, если в твоем лексиконе появилось слово «молодежь», то ты старый, поэтому я скажу иначе. Это отличное смешение вот классической такой танцевальной латиноамериканской музыки, может быть, даже испанской, ну, опять же говорю, у них там есть пересечение, с современным продакшеном, где есть жирный бас, четкие барабаны, все громкое, гудит, свистит, это просто офигительно. Голоса красивые, но опять же, по поводу красоты голосов, я думаю, смысла каждый раз говорить нет, хотя могу повторяться, если вам нравится, без проблем, то есть мне не сложно сказать, что голоса мне их нравятся. Ну, более того, как я уже говорил в других роликах про другие группы, обычно до релиза доходят только группы, у которых все хорошо, красиво и аккуратно, а потом уже они соревнуются между собой. Но вернемся к BTS. Партии такие тонкие, мягкие, там фальцета много, головного звука, не каких-то плотных там чудовищных нот, которые заставляют выдавить из себя все остатки воздуха там за одну секунду. Нет, все прямо четко на расслабоне, чилово. Знаете, захотелось сразу вот лето. Недавно был клип про Сеул, я хотел весну. Теперь хочу жаркое-жаркое лето, чтобы посидеть где-нибудь не в квартире, просто с друзьями, которые все уехали за границу. В общем, вы поняли. Хорошее настроение задает композиция в этот зимний вечер, день. Я не знаю, у меня постоянно роль шторы закрыта, я снимаю ролики от заката до рассвета. Вот, спасибо бустерам, ссылки на экране, точнее не ссылки, имена на экране, а вот сейчас сбоку появится рекламка. Спасибо, дамы и господа, за то, что поддерживаете меня. Это неоценимый вклад в развитие всех моих каналов и в развитие того, чтобы я не умер с голода. Я об этом уже, наверное, устал повторять или все устали это слушать, но это на самом деле так и есть. Коммуналка растет очень быстро. Потом у нас есть канал MP Review с K-pop новостями, MP Live со стримами и телеграм-канал как хаб-локация. Большое спасибо, что остаетесь со мной на протяжении всех этих роликов. Надеюсь, вы не уйдете после того, как я закончу серию роликов по BTS. Не уходите, пожалуйста, будут другие ролики. Я уверен, что многие из вас слушают не только BTS. Это ж правда. В любом случае, что сказать. С вами был Максим, ваша компания здорово. Увидимся в следующий раз. Пока.